В эфире первого Карагандинского новости. В студии работает Гульнур Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Дополнительные 110 мегаватт для Карагандинской области. В эксплуатацию на Карагандинской ТЭЦ-3 введен новый энергоблок. Получит ли экс-аким области Бауыржан Абдишев досрочное освобождение из-под стражи и как судьи характеризуют действия облитого мочой полицейского, вы узнаете через пару минут. Да, значит, правонарушитель плеснул в него, замораловый китель, но это не дает ему права, наверное, да, совершать вот такие поступки. Школьник из Караганды стал серебряным призером Олимпиады по химии в Москве. О чем теперь мечтает ученик казахско-турецкого лицея, вы узнаете в выпуске. По окончании учебы в университете я бы, наверное, хотел бы работать в Казахстане и помогать обществу. Энергоэффективность Карагандинской ТЭЦ-3 увеличится на 25%. Завершен крупный проект, готов к эксплуатации новый энергоблок мощностью 110 мегаватт. Аким области Нурмухамбет Абдибеков побывал на торжественной церемонии ввода в эксплуатацию энергоблока. Караганда-энергоцентр – один из крупнейших производителей тепловой и электрической энергии для Караганды и Карагандинской области. В составе компании две тепловые электроцентрали – карагандинские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3. Последняя является самой крупной в регионе. Ее энергетическая мощность – 560 мегаватт, а тепловая – 1174 гигакалорий в час. Первым реализованным проектом расширения стал запуск в 2012 году нового турбоагрегата. Для станции это стало пятой по счету турбиной, которая успешно работает. Теперь реализован второй этап расширения. Установлен и готов к работе новый энергоблок. Он добавит к 560 имеющимся мегаваттам еще 110 мегаватт. Таким образом, мощность электростанции возрастет до 670 мегаватт. Это создает возможность развития экономики нашего Карагандинского региона. Так, дефицит по теплоэнергии, который ограничивал у нас развитие жилищного строительства по городу Караганде, с вводом этого энергоблока на десятки лет он создает перспективу. В 2009 году правительство ввело предельные тарифы для энергоисточников. Компания начала реализацию инвестиционной программы. Вложения в предприятие стали источником для реконструкции, модернизации оборудования и расширения мощности ТЭЦ. Затраты на эти мероприятия за 5 лет действия программы предельных тарифов составили 65 миллиардов тенге. Новый энергоблок, строительство которого началось 4 года назад, будет обеспечивать энергией Карагандинскую область, а также, соответственно, повлечет за собой создание новых рабочих мест для карагандинцев. Наша компания как бы очень довольна результатами. То, что сегодня мы вводим вот такое вот большое как мероприятие, производим, это, я думаю, что в целом для энергетики Казахстана, для нашей отрасли является очень большим таким серьезным шагом. Генеральным подрядчиком и поставщиком оборудования стала Китайская национальная корпорация. Реализация этого проекта является примером сотрудничества в сфере энергетики. Стоимость проекта составляет 185 миллионов долларов. Финансовыми партнерами проекта выступил Банк развития Казахстана и Сбербанк. Екатерина Афанасьева, Олжас Габасов, Александр Церекидзе, Первый Карагандинский. В этом году на ремонт дорог в Караганде выделено почти 5 миллиардов тенге. Планируется отремонтировать 30 улиц и один путепровод общей протяженностью 37,5 километров. Первый заместитель акима Карагандинской области Асылбек Дюсюбаев выехал в рейд с проверкой начавшихся работ. Летний период – это строительно-ремонтная пора. Весна выявила все дорожные огрехи. Их в этом году набралось немало. Немало выделено и средств на ремонт дорог. Причем с этого года удлинили гарантийный срок отремонтированных дорожных полотен. Он стал равен 3 годам. Все огрехи за это время подрядчик должен будет исправлять за свой счет. И ежедневно аккредитованные специалисты будут отслеживать качество проводимых работ. Как определялись улицы, требующие неотложного ремонта? Все эти участки дорог у нас являются наиболее аварийными. По многим из этих участков поступали неоднократно обращения жителей нашего города с просьбой о необходимости проведения ремонта. Поэтому с учетом этих обращений, с учетом обеспечения безопасности дорожного движения по тем дорогам, где присутствует наибольшая интенсивность движения транспорта, где ходят пассажирские автобусы, мы определили перечень.
Первый заместитель акима Карагандинской области Асылбек Дусибаев проехал все объекты, на которых уже начались ремонтные работы. Дотошно расспрашивал руководителей подрядных организаций, выяснял, что не хватает для полноценного процесса восстановления городских дорог. Тут же на месте делал замечания и не забывал об экономии средств. Сколько экономия составила сейчас? По первому конкурсу экономия составила 70 миллионов тенге. По всем? Да, по первому 14 участкам. Многие поставщики потенциально предоставляли документацию, которая не соответствует конкурсным требованиям. Потому что на городские дороги у нас требования очень жесткие. Вот по завершению всех работ, что будет в Караганде с дорогами? По завершению всех этих работ в Караганде существенно изменится ситуация, поскольку, вот мы говорим, 31 участок будет отремонтирован сплошняком, и помимо этого более 40 участков у нас будет отремонтированы, что это на текущем ремонте пошло. В целом 70 автомобильных дорог. Вот вы все жалобы ушли, это все улицы, которые вот, были наиболее, так скажем, критичные. Постарались максимально учесть все жалобы. В городе планируется отремонтировать улицы Волго-Донскую, Сатпаева, Космонавтов, Привокзальную площадь, улицу Ленина. Причем улица Ленина будет реставрирована полностью. Этого ждали уже 10 лет. На ней заменены все коммуникации. Хорошая брусчатка остается, меняет только испорченную. В Майкудуке планируется ремонт в 14-м микрорайоне, улице Архитектурной, выезд в сторону сортировки, 18-й микрорайон в районе Родника. В Михайловке улицы Баженова, Прогресса, Крылова, Юго Восток получит с учетом прошлого года 85% отремонтированных дорог. Это проспект Республики, Муканово, Кувская. Кроме этого, заключены договоры на текущий ремонт дорог. Это еще 40 участков. Около 70 автодорог города будут приведены в надлежащий вид. Идет ремонт автополотна «Аэропорт город». Здесь работает подрядная организация ТО «Тулпар МК». Асфальт идет модифицированный здесь, потому что битум по качеству не очень хороший все полностью. Ну а как? Технологии в асфальте есть. Здесь щема, как в городе, мы не применяем все полностью. Здесь идет плотный асфальтобетон. Говорят, цыплят по осени считают. Летние месяцы пролетят быстро, а вот дороги должны остаться в надлежащем виде надолго. И в этом поможет неусыпный контроль городских и областных властей. Сергей Высокосов, Улужас Габбасов, Александр Церекидзе, Первый Карагандинский. Изменения и нововведения, внесенные в земельный кодекс, стали одной из самых обсуждаемых тем страны. Некоторые казахстанцы, не углубившись в суть вопроса, сделали для себя определенные выводы. Глава государства поднял данную проблему и попросил государственных служащих и однопартийцев донести до населения всю информацию верно. О том, что думают карагандинцы по этому вопросу, в следующем сюжете. Причин беспокоиться у казахстанцев нет. В соответствии с нормами земельного кодекса иностранный гражданин может обладать земельным участком сельскохозяйственного назначения только на праве аренды сроком до 25 лет. В частную собственность предоставление сельхозземель иностранным гражданам не допускается. Об этом повествуется в земельном законодательстве. В земельный кодекс лишь внесены поправки, которые будут способствовать большему развитию сельского хозяйства. Почему многие казахстанцы негативно настроились против этих изменений, нам ответил руководитель крестьянского хозяйства «Шанс» Игорь Жабяк. Люди невнимательно, недосконально не прочитали, не изучили этот вопрос. И сразу пошел вот такой вот хабар, что вот так, все в обязательном порядке, мы должны землю выкупать, или иначе ее заберут. Люди не поняли до конца сути этого вопроса, не изучили его самостоятельно. Земельные участки сельскохозяйственного назначения, которые находятся в государственной собственности, будут предоставляться физическим и юридическим лицам Республики Казахстан на праве частной собственности посредством продажи через аукционы. При предоставлении льготных условий по выкупу земельных участков, находящихся в аренде, будут учитываться интересы нынешних землепользователей. Государство предоставляет им право выкупа в частную собственность земельных участков сельхозназначения до окончания срока аренды по льготной цене, определяемой в размере 50% от его кадастровой стоимости, с рассрочкой до 10 лет. Земля – это наше богатство, она любит, когда к ней относятся бережно и с любовью. Она не любит, чтобы ее где-то кто-то когда-то обманул, не столько не вложил, а захотел столько с этой земли получить. Так не бывает. Земля любит, когда в нее вкладываешь, и она дает отдачу.
Земельный кодекс должен вступить в силу с июля этого года. А пока казахстанцы могут углубиться и досконально его изучить. Екатерина Афанасьева, Александр Церекидзе, Первый Карагандинский. Прервемся на короткую рекламу, а после продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Продолжаем выпуск. Ученик 11 класса казахско-турецкого лицея Мурат Тишколь участвовал в международной Менделеевской олимпиаде по химии, которая проходила в Москве и завоевал серебряную медаль. Теперь перед школьником открыты двери любого вуза в Казахстане и Московского государственного университета. Также мальчик имеет право не участвовать в ЕНТ. Наши корреспонденты решили встретиться с юным химиком и узнать о его будущих планах. Химия – любимый предмет Мурата. Он увлекается решением сложных задач 7 класса. К участию в международной олимпиаде школьник готовился целенаправленно. Один из мотивов – освобождение от ЕНТ. Ведь став призером, он имеет такое право. Мурат очень скромный. Он не любит хвастаться и держится в кругу друзей, естественно. С его слов, в будущем он хочет стать химиком. На примете у него пока два вуза – это МГУ и университет в Южной Корее. Я думаю, что выигрывает не умный, либо одаренный, выигрывает самый упорный, который добивается, пытается. То есть пытайтесь, добивайтесь целей. Все реально, все возможно, я думаю, особенно в олимпиадах. Учителя характеризуют юношу как очень ответственного и доброго. На счету у парня немало медалей и дипломов. Многие из них Мурат завоевал на республиканских состязаниях. Учитель химии Аблай Саматов радуется за Мурата и говорит, что ученик немного обошел его. Педагог тоже призер Менделеевской олимпиады, правда, десятилетней давности. Он обладатель бронзовой медали. Да, можно сказать, что он пошел по стопам, и на данном этапе он опережает меня, потому что он взял серебряную медаль, а я бронзовую. Но впереди у нас есть международная олимпиада. Я надеюсь, что он пройдет на нее. Right, everyone, please. Все свободное время выпускной класс КТЛ готовится к ЕНТ. Только Мурат и еще несколько ребят могут немного побаловать себя беседой и игрой в шахматы. На счету у казахско-турецкого лицея немало выдающихся выпускников. В 2015 году в олимпиадах из КТЛ участвовали 43 школьника. 38 из них заняли призовые места. Со слов педагогов, участие в такого рода конкурсах оплачивается государством. Айман Ринажаксылык Нуртай, Александр Церекидзе, Первый Карагандинский. В Карагандинской области появится 14 новых туристических объектов. Новые проекты и имеющиеся туристические зоны обсуждались на брифинге с участием туроператоров, прошедшем на региональной площадке службы центральных коммуникаций. Участники брифинга рассказали о привлекательности шахтерского региона для иностранных и отечественных туристов. Подробности далее. Карагандинская область занимает третье место по объему услуг, оказываемых туристам. Она расположена в самом центре страны, по ней проходят основные магистрали. На территории области находятся два больших национальных парка – Каркаралинский и Буйратау. Имеется 12 природных заказников и 2700 историко-культурных памятников. За последние 5 лет количество объектов туризма выросло на 61% и на настоящий момент составляет 280. В год нашу область посещают около 300 туристов. Огромным шансом для развития туризма в регионе, считают чиновники, станет проведение международной специализированной выставки «Экспо-2017». Разработаны, помимо этого, 6 туристических маршрутов по Карагандинской области, которые включают в себя посещение города Астаны, посещение выставки «Экспо» и также посещение туристических объектов Карагандинской области.
Вопросы журналистов касались визовой поддержки иностранных туристов, продвижения медицинского туризма, который в регионе развит слабо, разработки и внедрения новых проектов. Особенно актуально прозвучал вопрос о стимулировании шахтного туризма, так как Караганда прежде всего представляет интерес как город шахтерской славы. Туроператоры ответили, что для иностранца важна естественная среда в регионе, нежели искусственно созданные реалии. Иностранные туристы палатки не пугают, его и сельский туалет не пугает, ничего его не пугает. Это все приключения, это все интересно. Вот. И по довольно обширному Лутаускому региону мы организуем 6-7-дневные туры. Ну, сейчас уже стали делать и даже небольшие, на 3 дня, допустим, из основной той же самой. Вот. Но теперь в одном из сел, село Сарлык, это 40 километров от села Лутау, от районного центра, появились гостевые дома. Также речь шла о зарубежных фанатах советской истории. Не скрывали организаторы и того, что туры очень дорогие. А журналисты вновь подняли вопрос плохих дорог, из-за чего туристы не рискуют ехать в Караганду. Однако туроператоры заверили СМИ, что иностранцам интересны даже разбитые дороги. А сотрудники акимата отметили, что несмотря ни на что, дороги потихоньку будут отремонтированы. Аймамрина Жаксылык Нуртай, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. С начала 2016 года за счет средств местного бюджета всем регионам области поручено активизировать работу по внедрению пилотного проекта «Урлеу». Это одно из поручений главы государства. Как движется работа в этом направлении, расскажет Екатерина Афанасьева. В Карагандинском экономическом университете Казпотребсоюза был проведен семинар по обмену опытом внедрения проекта «Урлеу» по оказанию обусловленной денежной помощи малообеспеченным гражданам на принципах взаимных обязательств. Инициаторами выступили Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан при содействии Всемирного банка и Управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области. В семинаре принимали участие более 100 представителей государственных органов из Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областей. Цель проекта направлена на то, чтобы вовлечь трудоспособных граждан из числа малообеспеченных в активные меры занятости. Что такое активные меры занятости? Это не только вернуть человека на рынок труда или трудоустроить его, это направить человека на переподготовку, на переобучение, то есть переквалифицировать человека. Проект «Урлеу» – это программа предоставления обусловленной денежной помощи семье с месячным среднедушевым доходом ниже 60% от величины прожиточного минимума при условии участия трудоспособных членов семьи в активных мерах содействия занятости. Проект нацелен на модернизацию системы оказания социальной помощи путем использования активных методов социальной поддержки и предупреждения иждивенчества. По итогам 2015 года по проекту «Урлеу» обусловленная денежная помощь назначена около 20 тысяч человек. А по состоянию на сегодняшний день, по состоянию на 1 мая назначена обусловленная денежная помощь на условиях социального контракта около 12 тысяч человек. В 2016 году для реализации проекта «Урлеу» в бюджетах городов и районов области предусмотрены выделение средств на сумму порядка 20 миллионов тенге на 769 человек. А из средств республиканского бюджета 4 пилотным регионам выделены целевые текущие трансферы на общую сумму 28,6 миллиона тенге. Для получения обусловленной денежной помощи необходимо обратиться в отдел занятости и социальных программ по месту жительства. Екатерина Афанасьева, Жаксылык Нуртай, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. К другим новостям. Экс-аким Карагандинской области Баужан Абдишев вновь подал в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении. Документ поступил в Казбекпийский районный суд по уголовным делам 12 мая. Дата рассмотрения пока не назначена. Также журналистам объяснили причину сурового приговора, полицейскому которого осудили на 5 лет из-за пощечины пьяному водителю, облившего сержанта мочой. Об этом и итогах работы за первый квартал судей шахтерского региона рассказали на брифинге в областном суде. Подробности у Аи Мамриной.
Экс-аким области был приговорен к 5 годам лишения свободы. В марте суд смягчил наказание фигурантам громкого коррупционного дела. Тогда срок Баужану Абдишеву снизили с 5 до 3 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать должности в государственных органах на 5 лет. Первое ходатайство от Баужана Абдишева о досрочном освобождении поступило в суд 14 апреля. За день до назначенного рассмотрения он отозвал прошение. Сейчас он находится в исправительном учреждении АК-159-1. За 3 месяца 2016 года в суды области поступило 15501 заявление. За аналогичный период 2015 года 18817 заявлений. Количество поступивших заявлений уменьшилось на 3316 заявлений. Также председатель суда прокомментировал приговор осужденного полицейского Тулигена Игибекова. По словам судьи, действия полицейского недозволительны. Должен умеет держать себе в рамках дозволенного. Да, значит, правонарушитель плеснул в него, значит, замарал его китель, но это не дает ему права, наверное, да, совершать вот такие поступки. Он отметил, что апелляционная коллегия разберется в деле. Кроме того, в суде рассказали о других резонансных делах. Например, суд вынес решение в пользу сотрудников ArcelorMittal, и теперь металлургический комбинат возместит работникам около 70 миллионов тенге. Всего за первый квартал года в суды области поступило 911 уголовных дел, рассмотрено 885. Аймамлина Жаксалакнуртай, Александр Цирикидзе, Первый, Карагандинский. И последнее. Около 2500 человек умерло за последние 25 лет в Карагандинской области от СПИДа. Еще около 3000 человек состоят на учете. Более 50 из них – дети. И это лишь официальные данные, а возраст ВИЧ-инфицированных молодеет с каждым годом. Сейчас средний возраст пациентов, состоящих на учете в СПИД-центре, от 20 до 50 лет. Каждое третье воскресенье мая мир скорбит по ушедшим из жизни из-за ВИЧ. В областном центре по борьбе со СПИДом признали, социальный портрет ВИЧ-инфицированных меняется с каждым годом. Если раньше общество считало, что СПИД бывает только у наркоманов и женщин легкого поведения, то сейчас в группе риска обычные семьи, бизнесменов, полицейских, педагогов и так далее. 70% из заболевших получили инфекцию половым путем. К сожалению, среди пациентов СПИД-центра есть и дети. Наши больные, которые стоят на диспансерном учете в нашем центре, они получают антиретровирусную терапию. То есть антиретровирусные препараты на всю свою оставшуюся жизнь. И причем они получают эти препараты бесплатно. По состоянию на 1 апреля в области зарегистрировано около 4500 ВИЧ-инфицированных, 920 человек живут с диагнозом СПИД. Более 50 из них – дети. Самое сложное, по словам врачей, то, что некоторые пациенты не хотят лечиться. Хотя Казахстан является единственным государством среди стран Центральной Азии, которое лечит носителей ВИЧ-СПИД бесплатно. На одного человека уходит в год примерно в зависимости от различных схем лечения, от различных препаратов и так далее, потому что не один препарат, там комбинированный, 2 и 3 компонента, то есть на одного человека где-то от 3 до 15 тысяч американских долларов. СПИД стал проблемой мира. На сегодняшний день от него погибло более 30 миллионов человек. А в Казахстане с ВИЧ живут более 17 тысяч. Аймамрина Исламбек Оспан, Александр Цирикидзе, Первый, Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Увидимся в эфире. Аман сау болыңыздар.